Почему так грузины, руководство Грузии остро реагирует на наши встречи? Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых, дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами? Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси. Никогда ж такого не было. Я вот наблюдаю за ситуацией, которая развивается в Грузии, к примеру, с бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это же был президент все-таки. Поэтому, ну, доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично. Но я к чему это говорю? Мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию и другие. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, в Тбилиси. Почему они так реагируют остро на это? Я думаю, вы мне поможете найти ответ на этот вопрос. Ну, наконец-то ты доехал до Минска. Да? Привет. Здравствуйте. Хасан Георгиевич, позвольте приветствовать вас в Беларуси. Вы, как и обещали, приехали, есть о чем поговорить. Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой. Я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны.